Ну, реально это работает. Пацаны, это работает. Ну, добрый день, уважаемые друзья. Наступило время сбора урожая. Пшеница созрела. Пора ее срезать. И о том, как резать пшеницу, я думаю, что каждый срезает из вас по-своему. Но здесь много вариантов. То есть можно срезать ножом, ножницами. Но мне этот вариант почему-то как-то сразу не понравился. Ножницы хорошие, какие-то крутые такие, сапожные, что ли, да. Рука очень довольно-таки быстро устает. Ну, как-то нам не пошло это дело. Можно резать ножом кухонным, можно резать, да хоть мачете. Мы как-то привыкли, у нас пошло резать канцелярским ножом, с тонким лезвием. Он хорошо, лезвие очень тоненько, и очень хорошо он срезает более детально, что ли, можно срезать пшеницу. Но это занимает очень много времени, потому что объемы потихонечку увеличиваются, слава богу. И мне эта мысль вообще давно преследовала. Я хотел осуществить, но вот побывав на ферме у Ильи, я понял, что это имеет право на существование. Итак, друзья, на ваш взгляд, ну это не ноу-хау, хотя многие скажут, что это, наверное, дороговато, но учитывая то, что в наше время очень ценна информация, очень ценно время. И здесь, может быть, даже стоит пожертвовать неким количеством денежных знаков, чтобы ускорить и облегчить свой труд. Итак, перед вами вот такой механизм. Это, не скажем, что газонокосилка, это ручной аккумуляторный инструмент для стрижки газонов. Тут два комплекта, вот такой. И для стрижки кустов, ну, какое длинное лезвие, так скажем, да. Правда, стоимость этой конструкции вот, фирмы Ryobi стоит на 5500. Но так как у меня много, два инструмента этой фирмы, чем они хороши? Тем, что у них единое посадочное место и единый аккумулятор. У меня их два, 5 и 9 амперные, 18 вольт, хватает их на очень много, мощная штука. И поэтому мне стоит купить только лишь один раз зарядное устройство. Кстати, в комплекте тоже не идут. Аккумулятор два штуки. И покупать, только докупать инструмент. Их очень масса. Перфораторы, газонокосилки. Очень много всего инструмента. И вот поэтому я вам сейчас покажу, как это быстро, красиво и четко делается. И еще не менее важно, что Артем как-то, Гриндок, показывал о том, что он начал изымать сок из корней пшеницы. Я, кстати, попробовал сами корни пшеницы. Очень вкусно, очень сладко. Действительно здорово. И почитав об этих корнях, насколько в них тоже масса полезнейших витаминов. В общем, там целая статья. Крутая вещица. И поэтому решил тоже попробовать выжимать сок из корней пшеницы. А вот эта вещь как никогда круто подходит для того, чтобы срезать, корни. То, что резать там вручную ножом, практически, не знаю, невозможно, как с этим Артем справляется. И вот сейчас мы с вами убедимся, насколько эта штука эффективна и насколько она уменьшает наше время на срез пшеницы. Если срезать ножом, ножницами, ну, этот, не знаю, чтобы срезать этот поддончик, не знаю, там 5-10 минут нужно. При помощи этого аппарата, ну, буквально за пару минут. Погнали! Не знаю, секунд, сколько тут у нас получилось, секунд 30. Есть, рез. Идем дальше по кругу. Ну, конечно, нужно соблюдать меры безопасности однозначно, чтобы ручки не попали. Об этом пишет сама инструкция. Хлоп. Переворачиваем. Идем дальше.
убрали пшеничку в сторонку. Оп. Друзья, все это происходило в режиме онлайн при вас. Чисто, быстро, красиво. Резк практически идеальный, так сказать, под корешок. И время заняло это, не знаю, даже не посчитал, меньше минуты, по-моему. И теперь попробуем перевернуть и состричь корни. Не знаю, что у меня получится, буду делать это впервые. Так, как это тут нам аккуратненько? Корни у нас нормальные. Оп. Оп, они еще мокрые. О, чуть-чуть вот так вот. Так, вообще, я думаю, надо положить их на, чтобы машинка зашла, наверное, вот на стол. Вот, вот так, наверное. Вот, так будет лучше. Ну что, будем посмотреть. Фух! Как сами понимаете, я все в этом ничего не понимаю, но эффект положительный. Надо, конечно, пристроиться, научиться пользоваться. Ну реально это работает, пацаны, это работает. Супер просто. Красота. Так, в сторонку. Ну вот, друзья, вот на ваших глазах опять онлайн. Вот это чудо. Не знаю, буду сегодня их отжимать или нет, но я попробую отжать. Посмотрим, что это такое. Насколько он вкусный сок. Артем хвалил. Так что будем пробовать. Не знаю, как вы, уважаемые друзья, я прибалдел. Буквально за считанные минуты срезано два лоточка, какие-то минуты. Срезан корни пшеницы, вот они, тоже за считанные минуты, секунды. Конечно, решать вам, дорого или нет, не знаю. По мне, потраченное время с лихвой себя окупит, однозначно. И здесь действительно не важен стоимость инструмента. Он не такой уж он дорогой по нашим нынешним временам, но он реально облегчает труд. Короче, я просто обалдел. Так что вот такие новости. Пишите, делитесь. Может быть, у вас есть другое ноу-хау, поделитесь, расскажите. Ну и до скорого. Пока.